Дорогие друзья, всем привет! Мы сегодня с вами приготовим шикарное пирожное картошка. Рецепт просто замечательный. Очень вкусно. Готовится быстро, получается очень вкусно. Итак, приступаем, дорогие друзья. Пирожное будет состоять из печенья, сгущенного молока, сливочного масла, орехов, какао, ванильного сахара. И сейчас мы измельчаем орехи и печенье. Измельчать я буду в блендере. Печенье сначала поломаю на небольшие кусочки. Печенье 200 граммов. Добавляю арахис, можно любые орешки. Готово. Вот прекрасная у нас смесь. Хорошо измельчилась. Теперь добавляем сюда какао. Ванильный сахар. Мягкое сливочное масло. Сгущенку. Все перемешиваем. И будем формировать пирожные. И будет очень вкусно. Ну вот, такая у нас картошечная смесь. Желательно от рецепта не отходить. Можно ненадолго поставить в холодильник, а можно и не нужно, потому что мы будем обваливать в измельченную смесь орехов и печенья. Ну, теперь будем делать приблизительно одинаковые колбаски. Теперь обваливаем. Обваляли. Теперь, кроме этого всего, мы немножко вот таким образом выровняем. Покатаем. Вот такая прекрасная колбаска. По имени пирожная картошка. Ну вот, дорогие друзья, наши пирожные готовы. Но я их сейчас отправлю в холодильник на некоторое время, на небольшое время, для того, чтобы они были более устойчивые, так как здесь присутствует мягкое масло. И они сейчас еще такие немножко мягкие. Вот наши пирожные готовы к подаче. Наслаждаемся. Готовили мы быстро. Получилось вкусно, готовим с любовью, с удовольствием, но главное с уверенностью. Всего вам доброго, дорогие друзья!